Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна FM». Ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья. Большой привет всем, кто смотрит и слушает первый и единственный в России телеканал «Синхронное вещание» в FM-диапазоне, телерадиоканал «Страна FM». Меня зовут Александра Хайрулина. Программа «Лучшая в стране». Здесь только лучшие из лучших. Я очень рада. У нас, наконец-то, в гостях Звента Свентана, Тина Кузнецова. Дорогая, здравствуй. Здравствуй, Саша. Здравствуй, страна. Привет, страна. Коса красивая, русская. Потрясающие псички, голубки в ушах. Ну, все очень-очень-очень, что называется, прям к твоему образу и к твоему проекту чудесному. Спасибо. Я хочу сказать тебе огромное спасибо за эту потрясающую работу с Дорном, «Мужа дома нету», за одноименный альбом, который вышел в марте этого года. Ну и я знаю, что и для тебя какая-то поворотная история вообще случилась, да, с этим клипом и с этим проектом именно вот в последнее время. Дозваться практически невозможно Звенту на какие интервью, потому что насыщенный график. Бесконечные гастроли, концерты, выступления, все города и веси, и не только Россия матушки, но уже и далеко Европушка. За пределы. Европушка родимая тоже. Да, лето случилось очень насыщенное. Пожалуй, даже самое насыщенное концертами за мою гастрольную жизнь. Я хочу начать, знаешь, с чего? Наверное, как раз именно с названия этого проекта «Звента Свентана». Мне очень понравилось, как ты в одном интервью сказал, что да, сложно звучит, но зато оно такое. А если ты его запомнишь, осилишь, то ты уже никогда его не забудешь. Подобно мантре. Да. Ну, там же прям такой глубинный смысл. Это божество, да, женская сила. Расскажи нам, просвети, пожалуйста, тех, кто не в курсе. Да, оно взято из книги Данила Андреева, такого философа-поэта, это провидца из книги «Роза мира». А сейчас и вообще уже давно я не отождествляю смысл, значение Звенты Свентаны с собой, да и в принципе никогда его к себе не примеряла. А просто случилось так, что это было гармонично с тем месседжем, который вот мы вкладывали изначально в этот проект, когда еще мы работали с Аленой Романовой. Это 2006 год, хочу напомнить. 2006 год, да. Проект рождения его случилось на рубеже 5-6 года. Песни от лица девушек, песни женские, песни то есть такая женская лирика. Соответственно, самый такой женственный посыл. «Звента Свентана» — это такая божественная монада, единица, да, божество, богорожденное, так сказать, которое является собой все женственное и самую сильную любовь, как материнскую несет. Вот, то есть не сексуальный аспект, а самые такие чистые, светлые, самые высокие. И мы подумали, что это очень подходит к энергии песен и смыслам, и оставили его за собой. Да, оно не коммерческое, оно длинное, но есть успешные примеры того, что длинные названия существуют. И как-то, не хочется его менять, укорачивать, обрезать. Но многие нас называют Звента. Вот, Инстаграм у меня звучит как Тина Звента. Тина Звента, да. То есть, пожалуйста, кому лень. Мы тоже как-то там, когда вот будет концерт Звента. Как-то люди сами уже распоряжаются, как произносить. Вот, такая вот история. Интересная история. Ну, это твоя находка была, да, именно в названии? Или это... Мне помог в этом папа, потому что я был семейный, родственный, дружеский, коллегиальный совет. Ну, папа у тебя ученый, папа у тебя философ, папа у тебя просто ученый, да. Библиотека такая, да, и кладезь информации, конечно. То есть это он тебе сказал, да? Тинечка, есть давай попробуем. Я уже не помню прям все подробности, но... Конечно, хотелось избежать каких-то тривиальностей, и много было смеха вокруг придумки названия, да, там, видите, колодец, веретенце, сестрички, как у нас любят называть, продукцию, Да-да-да. Недавно как-то у меня тоже был
смех по этому поводу. В магазине «Метро» какие только интересных названий нет на яйца. Да, там. Слушайте, «Пушкарская слобода». Тина развлекается. Хотите посмеяться, заходите в магазин и почитайте внимательно. «Боярский двор», там, ну что-то такое. Ну, в общем, вот пришли к «Звента», «Свентана». Да до сих пор иногда вот случаются опечатки «Звента», «Светлана», например. Вот частая, кстати, частая опечатка. Ну, ничего, я думаю, что времени нужно немножко, и обязательно все уже запомнят, как пишется, слушается, и тем более, что, ну, мне кажется, уже популярность велика. И очень-очень хорошая репутация. И очень все классно получается. Не знаю, может быть, здесь еще и очень помог Иван Дорн. Например, вот в этом таком дебютном, скажем так, клипе «Мужа дома нету». О, это да. Же твоя мечта была с ним исполнить. Ты искренне писала в соцсетях. Давняя мечта с Дорном осуществилась. Искренне, потому что это такие фичеринги, они должны, на мой взгляд, происходить очень, случаться вообще органически, по взаимности, да, по, так сказать, вообще респекту и уважению, и восхищению, что, собственно, вот я испытываю к Ваниному творчеству. Вот, то есть впереди должно стоять желание, а не какой-то, да, хайп, да. Вот, я написала письмо Ивану, и он незамедлительно ответил, вот, что я готов заплатить за то, чтобы принять участие в этом треке, да, то есть это просто высшее. Конечно, я думаю, что никто еще денег мы с него не взяли, с Юрой. А может, напрасно, но... Вот, ну это, да, большая шутка. В общем, это был очень классный студийный процесс. Песня, на мой взгляд, удалась. И... Клип тоже. Нельзя сказать, что там какой-то такой сюжет в этом клипе, да, нельзя сказать, что какие-то очень сложные процессы, какая-то сложная организация съемок была. Лес, чудесная какая-то опушка-поляночка, ну и, конечно, блистательных два артиста, два актера. Не знаю, столкнулись ли вы с какими-то сложностями во время съемок? Обычно артисты что-нибудь такое рассказывают. Ну, может быть, как из леса выскочил очень... какой-нибудь заяц обалдевший там. Не знаю. Нет, зайца не было, кстати. Зато в клипе, премьера которого случится буквально на днях, когда режиссер ездил на локации, он видел маленького олененка. Да, я думаю, что это был хороший знак. Вот. А что касается клипа «Мужа дома нету», было очень весело и очень холодно. Да? Но вы так двигались, я не думаю, что вы ощутили этот холод на себе. Мерзла вся съемочная группа, скорее всего, как всегда. Было пару репетиций с хореографией. Мне, я даже сама начала уже от себя балдеть, как у меня складно все выходит. Но когда мы оказались в лесу, и та поверхность земли, которая нас сопровождала весь съемочный день, то есть кочки, вот ямки и кочки, это абсолютно меня дезориентировало. И танцовщики, это, конечно, говорит о их высочайшем профессионализме, то, как они двигались вот на этой неплоскости, да, я с ней справилась еле-еле. То есть, казалось бы, у меня элементарные какие-то связочки, но из-за того, что у тебя земля уходит из-под ног, конечно, ты реально не можешь просто вокруг себя перекрутиться, не споткнувшись. И это было сложно. И, ну... Было бы легко, было бы удивительно. Ну, круто, что вас можно и по сей день видеть также в тандеме, в дуэте с этой песней на сцене. Но я точно знаю, что посчастливилось Венгрии, Будапешту не так давно буквально. Вы там как-то отжигали прям очень круто. Да. Я поехала на Зигет. Меня пригласила подруга изначально. Вот, но так как там был Ванин концерт, естественно, мы решили исполнить эту песню, и она произвела фурор, и, как мне показалось, что она была просто долгожданнейшей в сете. Ты это поняла по реакции публики, конечно же, я понимаю, да, потому что они кричали. Ну да, и выкрикивали, «Мужа дома нету».
подпевали, то есть они уже знали, естественно, эту песню. Да, конечно, конечно. Меня это очень, кстати, радует, что наши народные песни уже начинают гулять по миру. И это же твоя миссия, это же твое большое желание давнее, чтобы вернуть позиции застолий и всех семейных гуляний. Действительно, я не так много раз участвовала в таких застольях, когда все, то есть они были связаны с какими-то фольклорными тусовками. Но это просто невероятный кайф, когда весь стол поет народные песни. Это невероятно. Потому что они созданы для того, чтобы петь. Вот сегодняшняя музыка, скажем так, поп, она создана для того, чтобы слушать и танцевать. А народная для того, чтобы непосредственно принимать участие в этом мистическом обрядовом действии. Очень ты красиво и глубоко размышляешь как раз на тему силы, которую оказывают русские фольклорные песни. И любой. Любой, да-да-да. Любой фольклор, мировой. Что это и глубокое исцеление и души, и тела, излечение. Вот, ну, кому-то, может быть, покажется это смешным на каком-то этапе до первого прослушивания этой фразы. Потому что они еще, может быть, не принимали участие в подобных сходках. В обрядах очищения, как ты уже говоришь, да? «Пойду плясать». У нас сейчас появится эта песня. Мы сделали сами небольшое такое видео, потому как клипа нет, к сожалению, еще пока на эту песню. «Пойду плясать». Можешь коротенечко историю нам поведать с этой песни? Где ты ее нашла? Где ты ее... В каких экспедициях она была добыта? «Кумушки-подруженьки» она называется. Как, на самом деле, много названий с подобными строчками. Да? Это архивный материал из Золотого фонда экспедиционного. Это некая компиляция. То есть припев этой песни взят из частушек. То есть там частушечный текст. Так как я все это компилирую и собираю, перерабатываю, вот получилась такая песня. Сейчас в процессе, после, я думаю, я вспомню, о какой области эта песня. Ну, в общем-то, это на самом деле не так нам важно, но будет интересно, если ты вспомнишь. Зато это очень интересно, когда я вот езжу по городам и весим, как ты сказала. И если мы на автобусе, например, или на поезде проезжаем те местности, к которым принадлежит та или иная песня, во мне это вызывает прям вот, ну, восторг поросячий. Поросячий восторг. Да, и вот когда ты вот представляешь, что вот здесь, на этой поляне, возможно, или в этих вот домишках, да, на праздниках пели ту или иную песню, это же здорово. Ты, да, ты прямо вот проезжаешь, это видишь. Видишь этих кумушек, и все тебе становится родным еще более. И таким образом ты больше соединяешься нитями какими-то, да, вот. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна FM». Ведущая Александра Хайрулина. Звента Свентана у нас сегодня в гостях. Дорогие мои, радуемся непрестанно, слушаем музыку невероятно модную, классную, но и при этом одновременно и древнейшую. Тин, скажи мне, пожалуйста, вот на сегодняшний день Звента Свентана – это, понятно, Тина Кузнецова, потрясающая, любимая всеми нами уже давно артистка-певица. Это наши предки. Такие прям совсем-совсем-совсем-совсем далекие, да? Ну, которые, они же написали эти, это же все люди написали песни, нет? Неизвестно, в общем-то, сколько веков песням они... Ну, пусть и много, и мало, разное количество времени, да? В общем, Тина Кузнецова и народ. Но и есть еще, есть Юрий Усачев. Конечно же. Есть Юрий Усачев, Усачев потрясающий. Мы все и есть народ. Мега-мега величайший музыкант современности, я искренне считаю, и уверена, что многие со мной соглашаются. Да, это, естественно, создатель группы «Гости из будущего», ну и создатель огромного количества, не знаю, потрясающей музыки в нашей стране, ну и по совместительству супруг, конечно, Тины. То есть вся музыка на Юрии? Аранжировки? Нет, мы делаем с ним вместе. Вместе. Ты же вместе. Тоже аранжировщик. Конечно, конечно. И как это происходит? Вы вместе за одним компьютером? Или сначала один поработать встает, уходит, на обеденный перерыв садится Тина? Мы за разными компьютерами, я предпочитаю работать дома.
как-то так вот на сегодняшний момент. Возможно, меня бы меньше отвлекало какое-то отдельное, да, пространство. Но мне нравится работать дома. Для этого выделено... прекрасно, если есть кабинет необходимый. Да. Главное не начать варить борщ одновременно с работой. До творчества руки не дойдут, понятно. Дело не в этом. Пригорает Саша. А, страдает как раз наоборот. Да-да-да. Кухня. Что-то в этом роде, да. Черт, блин, забыла выключить. Все, семья голодная осталась, да. На этот день. Ну, люблю я дома работать, люблю как-то, потому что, то есть в качестве отдыха ты можешь поделать какие-то домашние дела, выйти, не знаю, там, в кафешечку, погулять в парке, вернуться. Вот. Юра, конечно же, работает на студии. А процесс происходит приблизительно следующим образом. Я отслушиваю, работаю с большим количеством материала, то есть с песнями, с народными песнями. Вообще слушаю много разной музыки. Ну, не то чтобы прямо много. Больше всего я люблю тишину. Вот. Но обязательно, то есть, анализу, так сказать, подвергается какое-то количество прослушивания музыки, классической, как правило. Да. Причем, да, как-то так. Ну и вообще все, что в меня залетает, я думаю, как у всех музыкантов. Меня может вдохновить музыка в магазине торгового центра, все что угодно. Сама жизнь. А потом я работаю с формой. И песня должна обязательно во мне начать жить. Вот этот цветочек должен расти. И я должна понимать, что я уже не могу без этой песни, что я что-то должна с ней сделать. То есть хочется, чтобы она жила и делиться в тебе. Ей уже. Делиться вообще хочется со всеми песнями. Не все песни поддаются моему какому-то, да, вот, внедрению. Потом начинается работа с формой. Все это такое, наверное, таинственный какой-то процесс. Он переходит, проходит какие-то вот, не знаю, стадии, ассоциации, лирик-видео, да, какой-то вот мой. И, конечно же, я накидываю в варианты лупов, там, баса, клад... ну, в общем, делаю такую аранжировку. А потом это потом я передаю это Юре, и он уже занимается таким саунд-продакшеном. Вот. Какие-то возникают у нас, бывают и разногласия, конечно же. В общем, что вы делаете много в таком всяких случае? Преобразований. Два варианта выпускаете в итоге в свет? Или... У нас бывает и по 6, и по 7 вариантов, и по 8 вариантов. Вот. Это прекрасно. И... Какие-то сроки, хорошо, что они существуют, они нас очень в какой-то момент мобилизуют. Ладно, собирают. Будь по-твоему, да, просто кто-то сдаётся? Да, бывает, сдаётся. И будь по-твоему, и бывают совершенно внезапные какие-то решения. То есть вот, в третья альбоме, некая, да, в альбоме твоё, есть песня Юрина. «Соловейка», она и существует, и там, да, ей уже 300 лет, и вот в моем репертуаре она существовала там лет 8, да, а потом я понимаю, в какой-то момент... Она слишком медленная, то есть время идет, я другая. Песня должна звучать совершенно по-другому. Несмотря на уже сделанную, красивую, проверенную аранжировку, я понимаю, что нет, в таком виде она не должна попасть на альбом. И, кстати, это была одна из сложных работ для нас с Юрой. И, слава богу, она удалась каким-то уже чудом и Юринами... долгими экспериментами. Большая работа.
Дина, у тебя же потрясающий талант, и подвластны тебе абсолютно все жанры и направления. И мы тебя периодически видим, большое удовольствие, на телеканалах, на фестивалях, на каких-то концертах, сборных, в различных образах. То это какие-то роскошные, не знаю, роковые баллады, то это какая-то очень хорошая такая попсовая история, здесь какой-то юбилей композиторов наших. Джаз, как у тебя получается, на мой взгляд, ну, великолепно, правда. Но у тебя все-таки особенная любовь и страсть именно к фольклору, да? Да. Все да, верно, да, так да. и есть. Ну, это удивительно, наверное, мне кажется, особенно молодым современным людям. Возможно, удивительно, возможно. Но это же не секрет, что все идет от корневой музыки. То есть все стили, тот же джаз, он вышел из блюза, блюз вышел из трудовой рабочей. А частушки песни. Это наш хип-хоп, ты где-то очень хорошо да, сказала да. тоже. Все очень ну, зеркально и параллельно. В общем, музыка, она идет из народной песни. И я просто предлагаю... Мой личный эксперимент как раз меня привел к истокам. Когда ты попробовала все, перепробовала все жанры? Ну, скажем так, да. Я вот искала, что-то мне... Ну, это, видимо, тоже как-то, не знаю, все судьбоносно. И не без, конечно же, музыкального воспитания, опять же, моих родителей. То есть вот папа экспериментировал, видимо, таким образом. Он мне там лет в 14-13 любил разбудить пластинкой «Былин». Вот как что даже. Во мне вызывало просто бешенство и негодование. Потому что хотела спать, конечно. Я хотела спать, а тут просто поет какой-то непонятный беззубый дед, просто акапельно, еще и на двух сторонах. И это все одинаково, ты не понимаешь ни одного слова. И я говорила, папа, выключи этот ужас, какого вообще, какого черта? Вот, ну, такие подростковые, да-да-да. А теперь я понимаю, что... Это и были зернышки. Это самое, да, вкусное, классное. Первые. Ну и мама у тебя выпускница консерватории же, правильно я? Да, 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 да. Не ошибаюсь. И понятно, что она начала с тобой заниматься музыкой там с 4 лет буквально и посадила уже за фортепиано какие-то первые ну, нотки. Ну я сама, наверное, села на фортепиано. Ну, кстати, тоже очень красивая история, как после воскресной службы вы с мамой вернулись, да? И ты уже стала подбирать то, что слышала в храме. Я просто помню эту историю. Я думаю, что у меня таких много историй, вот. И даже, можно сказать, мне напомнила ее мама. Может быть, я ее не помнила бы. Ну, сейчас припоминаю, да. Ну, музыка звучала, и я ее схватывала и импровизировала. Импровизировала всегда. Этот талант мне передался от моего дедушки, который тоже импровизировал. Вот. И бабушка не так давно, которой исполнилось 95 лет... Ой, какая умничка. ...рассказывала, что Борису было куплено пианино в деревню, кстати сказать, потому что его отец, тоже талантливый самоучка, хотел, чтобы у Бориса было музыкальное образование. И вот. Что было с Борисом? И дедушка подбирал, играл, естественно, и по нотам. И его мама ходила, ходя под окнами, там делая какие-то дела, да, там во дворе, говорила ему в окно: «Борис, подбор!» То есть она типа еще чекала, подбирает он или играет по нотам. Я думаю, вот бабушка ее бы посадить за инструмент. Вот. Так что... Ну, все это в крови, все это где-то да. Да, генетически передается, очевидно, вашей семье из поколения в поколение. Дед играл и, в общем, был потом таким просто очень востребованным, фонтанирующим, талантливейшим таким аккомпаниатором и всегда блистал на каких-то институтских спектаклях и так далее. В общем, это тоже очень интересная история. Надо книгу как-то тебе так. написать обязательно. Начать ее прям вот с каких-то самых-самых таких, не знаю, музыкантов, самых старых в вашей семье, и дойти уже до Звенты Свентаны, до Тины. Тина, у нас сейчас будет в эфире Сашенька. Песня и студийная запись видео, я так понимаю, да? Расскажи немножко об этой песне, если есть что. А эта песня записана с бабушки. С Сергея Старостина.
нашего мэтра, как его называют, мэтра и гуру фольклора. А песня «Сашенька» в репертуаре Сергея Старостина уже, ну, так сказать, очень много лет. И мне очень захотелось ее исполнить. Ты выпросила? Да я ничего не выпрашивала, потому что песня народная. Я ее сначала мы ее сделали, а потом я, так сказать, ну, представив уже за эфире ее, Сергей услышал ее и написал очень приятные для меня комментарии. Для меня это было очень волнительно, естественно, потому что это его песня, и пела ее его бабушка. Лучшее в стране. Звента Свинтана, друзья, сегодня у нас в гостях песня «Сашенька», очень красивая, которая только что в нашем эфире прозвучала, и посмотрели видео. А она из альбома «Мужа дома нету». Если по какой-то, конечно, уважительной причине вы еще этот альбом не скачали, вы еще его не заслушали, не дослушали, сделайте это, пожалуйста, потому что ведется работа уже над следующим альбомом. Тин, мы можем рассказать об этом? Конечно. Просто мне интересно тоже, что это за материал. Это тоже очень резкие песни, какие-то экспедиционные. Это все то же самое. Это народные песни из разных областей России. А «Ой, мороз, мороз», «Черный ворон». Мы когда-нибудь услышим в твоем исполнении? Мы это все же кое-как, но мы это еще слышим. Конечно. Вот. Даже знаем немножко слова. Огромное количество песен, которых мы не слышали, не знаем. И вот как раз их мне интересно подоставать, скажем так. Бескрайнее поле для деятельности, для каких-то самокопаний, для поисков, для работы. Поэтому, пожалуйста. То есть это будет продолжение. Изначально у нас была идея сделать большой полноценный альбом, то есть там с 13 треков. Но мы подумали, что нужно надо все... дозировано. Дозировано, да. И это оказалось правильным. Конечно, надо понемножку, чтобы вот этот антагонизм людей к народной песне, чтобы его мягко, безболезненно вот как бы из себя... да? Ну, в общем, да. Вытаскивать. Да. То есть вот эта вот неприязнь. Много... А начать, наверное, как ты думаешь, с чего нужно, летнюю, особенно тех, у кого слишком много вот этого какого-то неприятия? С прослушивания слов, может быть, которые до сих пор актуальны, смысла даже точнее, да, которые, истории, которые рассказываются в этой песне? Наверное, да. Слова есть, слова песен приведены под альбомом, да, под каждой песней. То есть за ними не надо куда-то там... обращаться в библиотеки, в архивы, да, или расшифровывать. Я уже это сделала, расшифровала, чтобы понять, да, сначала, про что песня-то, собственно. То есть я тоже занимаюсь расшифровкой сначала слов, записанных с бабушек. Вот. Понимание, привычка пришла чуть позже. То есть сначала материал кажется космическим, и всегда мне новая песня кажется очень сложной и труднозапоминабельной. То есть это все приходит с опытом. А потом ты уже привыкаешь к этому фантастическому, космическому языку, да, и уже все становится более-менее понятным. Потом мне очень интересно разбирать, лезть в какие-то словари, искать этимологию, да, слова диалектового. И, конечно же, наш язык так искуднел по сравнению с тем количеством значений и всяких эпитетов русскому слову. Это потрясающе. Ну, какие бы ты слова вернула вот в срочном порядке в нашу жизнь повседневную? Ну, я не знаю, какие-то междометия, их очень много. Я сейчас вот ну, парочку хотя бы, ну, какое-нибудь словечко нам. Боже, ну вот сложно мне так вот сейчас вот в лоб. Ну, хорошо, если вспомнишь, скажи обязательно, мы, все, кто слушает и смотрит, ну, вот сухота, понимаешь, вот если бы ты сказала, вот, Тин, я вот сейчас влюбилась. Есть у меня одна зазноба, понимаешь, зазноба.
сухота у меня прям какая-то. А сухота это... Вот сплин, кстати, сплин. Это же тоже на... Это же тоже диалектное слово. То есть сплин — это тоска и депр по-нашему. По-нашему, да, так понятно. Вот, в общем, сплин у меня какой-то, понимаешь? Грубо говоря, слава богу, не у меня. Вот, сухота, да, то есть это какие-то... Ну, такого больше с страдательного характера слова. Ну, то есть, как это тебе там, тут, не знаю, может быть, односторонняя какая-то любовь. Я подумала, тебе надо обязательно нам программу, наверное, с тобой. Будет у тебя время, может быть, как-нибудь желание сделать такую просветительскую, прям рассказывать про какие-то традиции, обычаи. Это невероятно интересно из твоих уст. Поскольку, судя по всему, это у тебя огромное количество информации интересно. Уже за годы собралось тебе, и которой нужно обязательно делиться с людьми, с окружающими. Приглашайте. Да, хорошо, договорились. Ну, пока, знаешь, что приглашаю с удовольствием всех на твой концерт. 21 сентября. Это же очень круто. Есть возможность прийти, увидеть тебя, послушать тебя, попеть, поплясать, поскакать, зарядиться, не знаю, излечиться, просто потусить. Кайфануть мне уже мы пора так это просто, все. Да. Заряжать уже можно через экраны. Я приглашаю с удовольствием, конечно же, всех 21 сентября. Клуб 16 тонн. В легендарный клуб 16 тонн, в неизменный. Приходите, приходите, места всем хватит. Надеюсь, мы порадуем вас действительно. Будут ли какие-то зарядимся премьеры, друг от друга. То, что не вошло в альбом, уже дома нету. Конечно, сейчас в альбоме 6 песен. На концерте побольше, да, предполагается. Концерт, да. Будет идти 1.5 часа, наверное, минимум. И будут песни, кстати сказать, с нового альбома. Вот. И какие-то уже с первого альбома, кто не слышал. Но все они видоизмененные. И вот. И тогда идем, 21 сентября, запоминайте. Ну, будет, конечно же, видеоинсталляция, будут экраны, будет интересная очень художественная работа, которую, опять же, сделал Юрий Усачев с Юрием Горбачевским, талантливым видейщиком. Все это сделано for us, by us. Так сказать. Ну, круто, очень. Очень интересно, да, обязательно это все посмотреть. Мне вот интересно, ты же, конечно, смотришь на глаза зрителей, да, на их лица, когда поешь. Для тебя важно вот видеть, не знаю, там, блеск, их отклик, подпевают они тебе или нет. Приходится ли на сегодняшний день тебе видеть какие-то недобывающие лица и сказать, что это женщина с косой хочет мне сказать. Да, 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 да. Скорее всего, это было какой-то с громадной аудиторией, когда я начала ездить вот после «Голоса». То есть, когда на тебя идет вообще всяк народ. Конечно, да. Ты медийная личность, тебя. Медийная личность. И за ты тобой понимаешь, наблюдали. Что им вообще все равно, что ты поешь и кто поет. Ну, на каких-то вот таких вот огромных там, да, скоплениях. Вот. А сейчас такая ситуация, что на меня идут, наверное, не случайные слушатели, то есть которые ознакомились с хотя бы с одной, с двумя песнями, с какими-то выступлениями. И, конечно, это безумно ценно, приятно видеть отклик и вот эти вибрации взаимные совершенно. Это крайне, крайне необходимо и потрясающе. И очень важно для артиста, конечно. Конечно, очень важно. Всегда бывает, когда какой-нибудь зритель на кого-то посмотришь, и он просто так сладостно зевает. Это бывает на всех концертах. Вот. Но вообще для меня я не стремлюсь заглядывать в лица и в глаза. Это я могу зацепиться за кого-то взглядом, то есть я могу даже смотреть сквозь человека. То есть мне очень важно добросовестно войти в медитацию. Это важно для меня. Потому что для меня должен произойти концерт для меня, а не для публики. Это всегда очень такое очень мистическое тоже восприятие. Оно может быть даже не совпадать. Главное, что я должна проработать и
свое выступление, да, свой концерт должна войти в контакт с космосом. С космосом, да. И тогда он, конечно же, тем самым попадет слушателю, зрителю. Ну, это такой маршрут такой. Сухотушка у нас сейчас прозвучит в эфире. И очень скоро. Ты нам пообещала, будет клип на эту песню. Да. 10 числа. Мы прям ждем со дня на день. Числах. Может быть, даже и 10-го. Следим только за твоими соцсетями. И, конечно, появится в эфире обязательно, друзья. Дожидайтесь. Что случилось вчера с ним? Мы только вчера получили финальную версию от талантливейшего молодого режиссера Дмитрия Чернавского. И с нетерпением ждем каких-то реакций, комментариев. Мне лично очень понравилась эта работа. Она отличная от первой, хотя в каком-то смысле является и продолжением нашей лесной эльфийской темы. Это танцевальная драма о таких критичном состоянии отношений. В общем, там, как всегда, много философии и толкования. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна FM». Ведущая Александра Хайрулина. Продолжается программа. Звента Свентана у нас в гостях. И только что «Сухотушка» в нашем эфире прозвучала. Через несколько дней Тина нам пообещала, что появится клип. Отчасти можно назвать как продолжение, но и какая-то новая история. «Мужа дома нет». Он то, что мы с вами любим и хорошо знаем, поскольку будет локация лесная. В связи с тем... Не только лесная. И не только лесная, да. Естественно, там всех секретов мы не расскажем сейчас. Экосексуалом ты недавно себя нарекла. Нарекла прилюдно. Все это сообщество. Я подхватила. Я не то, что нарекла. Да, я подхватила. Да, Иван Дорн, в общем-то, тебя вдохновил, наверное, тоже подключиться к этой самой истории под названием «Экосексуалы». Конечно, конечно. Ну, давай немножко расскажем, что это такое, потому что есть там двоякое такое понимание этой истории. Опять же, это воссоединение с природой. То есть мы немножко уже так запутались. Мы такие все, без исключения, городские жители, зашлакованные, что порой нам даже иногда дышится проще и легче, да, в городе. То есть вот этот факт, да, когда мы выезжаем на природу, и нам уже через пару часов тоже все, у тебя уже кислородное. Вот, это же ненормально. Вот, вся сила, энергия идет из природы. Ты сливаешься с ней, соединяешься, когда ты клипы снимаешь? Или есть еще какие-то моменты твоих слияний? Как все, я урываю кусочками. Иногда бывает просто колоссальный дефицит. Тогда я уже в отчаянии бегу в какие-то большие парки, скверы, обнимаю действительно деревья. И заряжаешься, да? Возможно, заряжаюсь, да. Я действительно... Я не являюсь примером в этом смысле каким-то достойным. Но я считаю, что мы все очень взаимосвязаны, мы все равны, все живые существа. И деревья, конечно же, они живые. И являются тоже проводником энергии и вселенской любви. Очень яркое для меня таким вот ощущением и примером был опыт общения с дельфинами, плавание вместе с ними. Больше всех я полюбила белуху. Это было невероятно, просто невероятно. После общения с ней я думаю, что ж меня так в самолете-то трясет, как будто я, не знаю, там 5 чашек кофе выпила. На самом деле это был переизбыток вот той бесплатной любви, которая мне подарила белуха. Это невероятно. И даже бывает в каких-то медитациях я вот... Вспоминаешь и возвращаешься. Соединяюсь с ними, mm-hmm. да. Я верю, что мы можем соединиться вообще с какими-то сетями, вот с кем угодно. С, там, не знаю, с каким-нибудь китом.
Ну, это в океане. Надо заниматься этим, заниматься, уделять этому силы времени мысли. И желание. Дельфины же общаются на, там, не, на 50 километров друг от друга. Они себе, они шлют друг другу смс-ки какие-то. Вот, так же и мы, да, надо развивать. Вот, вот, ну, вот до о чем. Дельфинов далековато еще, надо признать, конечно, да, к сожалению. Нам далеко, да, но вот мы, по крайней мере, уже осознали, что это высшие существа. Расскажи нам, пожалуйста, про Габриэля, про сына, про сыночка. Ему уже 9 лет будет, будет. Или уже случилось? Будет. А что рассказать? А расскажи, например, вот следующее. Как-то ты рассказывала в интервью, что он тебе, мама, не пой. Он все время тебя просит, а ты все время поешь. Он тебе говорит, мама, не пой. Да, мама, не пой, играй. Смирился ли Габриэль с тем, что мама все-таки пела, поет и будет петь? Ну, я думаю, что он смирился. Да нет, но это на самом деле довольно, это естественно, мне кажется. Что у меня у многих очень друзей такая ситуация. А, опять же, да, я же занимаюсь, то есть вот он любит такой драм-н-бас, какую-то музыку из игр. Вот, для него, конечно, он смирился с тем, чем занимаюсь я. Ну, то есть спокойно к этому относится. Вот. Хуже там у моей подруги, например, у Варвары Котовой из ансамбля «Веретенца» и «Сирен». «Сирен» — это ансамбль старинной духовной музыки. А вот. А как-то ей дочка несколько лет сказала: «Мама, мне вообще... мне не нравится, что ты поешь. Вообще ничего не нравится». Это такое уточнение было, да? Вот, поэтому это нормик. Это еще нормик. Ну, есть уже какие-то желания и склонности ему, может быть, к музыке? Он очень музыкален, он любит музыку. Вот. Ну так уже было заявление: мама, папа, я было тоже заявление, что я буду делать настоящую музыку. Было заявление, что он не будет заниматься музыкой, что он не пойдет в музыкальную школу. И не пошел, соответственно. И не пошел. Может быть, тогда спорт или что-то еще? Спорт, конечно, спорт. Сейчас он увлечен радиотехникой. Ну, отлично. Вот, мы, да, подобрали, вот вчера лежали в кроватке и выбрали конструктор радиотехнический. Так что я думаю, что там 999 схем. Я думаю, сейчас будет чем заняться вечерами. Будет чем заняться, да. Сбылась ли твоя мечта пойти учиться рисованию? Вот хочу в этом году пойти. Ты постоянно говоришь о том, что да, вот мечтаю, вот хочу очень заняться. Потому что карандашом я постоянно что-то, да, что-то ты пишешь, что-то там такое вырисовываешь. Да нет, я очень недовольна тем, что у меня выходит из-под карандаша. Я даже перестала это делать, потому что, ну, действительно нужно поучиться. Мне интересно поучиться, потому что я очень самокритична, так как я люблю неравнодушно к живописи. Очень люблю живопись, поэтому то, что выходит у меня, мне не нравится, поэтому надо идти учиться. Хорошо, вот, допустим, давай пофантазируем, ты уже отучилась. Я уже даже нашла где. Осталось только время найти, я так понимаю, и просто сделать этот шаг пойти. Да. А что это будет за картина? Что ты писать начнешь в первую очередь? Да я понятия не имею. Ну, это прям опять-таки будет писать. Какая-то будет. Ну, сначала лес нужно поучиться объему, да, вот, пропорциям и так далее. Я не знаю, что это будет. Ну, хорошо, ладно, мы дождемся. Я люблю флористику. Ну, то есть вот я люблю вот какие-то растения, детали. То есть мне нравится вот там листочки выводить, жилки, пестики, тычинки. Какие-нибудь, может, фруктики, арбузики, тыковки. Человечки. Это да, кстати, интригующе. На все возраста, кстати, и маленьким, и взрослым. Мы всем нашим гостям задаем вопрос, такое небольшое предсказание просим сделать по поводу музыкального жанра, который станет популярным очень в нашей стране и придет на смену там рэпу, хип-хоп. У тебя есть размышления на этот счет? Потому что кто-то говорит, что это будет рок, кто-то говорит, что это будет условно «Руки вверх», то есть 80-е. Ну вот, кстати, будем про фолк никто нет. ни разу не сказал. Слушайте, ведь ну, какие-то есть, по-моему, уже тенденции, но
Я не знаю. А что... будем надеяться, что нет, это ты про, про 80-е? Про руки вверх. Про руки вверх, да. Но не про рок. Нет, пусть это посуществует, пусть рок существует, но пусть все существует. Мне кажется, что каждая ниша должна... В равных пропорциях примерно присутствовать. Ну, не в равных, но пусть она будет крепко, каждый на своем месте. Это будет жить, и это прекрасно. Я не могу какие-то тенденции, но я слышала, что хип-хоп сейчас немножко, да, отходит и все такое прочее. Мне кажется, должна поменяться другая ситуация, что все должно действительно развиваться, чтобы законы шоу-бизнеса действительно существовали в своих, в своем порядке. Чтобы не было такого понятия русский шоу-бизнес, да, и все, и остальное. Вот. Хочется, чтобы все служило и работало адекватно и в таком здоровом виде. Тин, спасибо тебе огромное за нашу встречу. Мы очень ждали тебя и очень рады, что наша встреча состоялась. 21 сентября. Спасибо. Клуб 16 тонн Звентос Вентана представит новую программу. Будут уже и нетленки, вроде как мужа дома нету и так далее. Будут и новые работы, потому что впереди выход нового альбома. Ну и со дня на день мы ждем появления клипа нового. Юрий, большой привет. Спасибо, Габриэля, Саша. Тоже. Вы делаете очень крутую, классную музыку. Вы ее классно делаете и доносите. И мне хочется очень пожелать, чтобы это все и прибыльно очень стало в конечном итоге. Ну и, конечно, продолжал получать, доставлять невероятное удовольствие вам. Потому что если это будет вам интересно, то это будет интересно, конечно, и нам. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо. Мы очень тебя любим, правда, и восхищаемся бесконечно таланту, человеческим твоим качеством, и всем. Мы всегда очень рады и будем ждать тебя снова в гости. Спасибо, Саша. Тина Кузенцова. Спасибо, страна. Звезды Свинтана. До новых встреч. Ура! Спасибо. Пока-пока. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ».